Всем привет, с вами Крин, и сегодня мы продолжаем играть в замечательную игрушку для Android Clash of Clans. Давайте же я вам покажу свою деревню. Сейчас у меня будет две башни лучниц 4 уровня, но сейчас интересует вас, я вам не это хотел сказать. Как вы помните, в прошлом видео я починил рудник с кристаллами. Я уже с него заработал 3 кристалла. Точнее, 2. Так, вот, тут у меня потайная Тесла до 2 уровня улучшается. И, как вы видите, у меня открыты миньоны. Токсичные миньоны. Я решил использовать их вместе с варварами. Давайте же посмотрим, что будет, если я буду атаковать. Попался нам какой-то жесткий пацан. Ну, я бы не сказал, что он прям дико непроходимый, но мы сможем, я думаю. У него есть... Ой, блин, ребят. Все, нам конец. Ну, у нас есть миньоны. Но у него есть также эта фигня, которая бьет летающих штучек. Воздушная оборона. А, фейерверки, забыл. У него есть фейерверки, и это ужасно. Ё-моё, так у него вон вообще где ратуша? Ёшкин кот. Блин. Ё-моё. Что? Надо было их всех на ратушу направить. Ну, я думаю, миньон сейчас это все разрушит. Надеюсь, вам хорошо меня слышно. Давайте... И как только он разрушит сейчас, когда его убьют, я вам покажу свой клан. А, он еще все это рушит. Окей, давайте я на паузу поставлю. Так, ребят, ждать долго и не пришлось. Его сразу убили. Или укокошили, как я люблю говорить. Так. А, ничья. Все отлично. Так, смотрите. Так, заходим в мой клан. И смотрите. Листаем вниз, вниз. Вот я на 17 месте. И смотрите, Red. Давайте я вам профиль покажу. И посетим мы этого Реда. И я думаю, по базе вы уже сразу догадались, кто это. Это... тоже мой друг один по Ютубу. Это Game.ru. Да. Если Game.ru, ты смотришь это видео, пожалуйста, загляни себе на базу. У тебя тут все разрушено. В прямом смысле. Так, у нее база хорошая вот тут. Окей. Не буду я сейчас пиарить. Ладно, забудьте, я ничего не говорил. Так, давайте. Мы можем атаковать. У нас войска все натренированы. В бой. Сейчас найдем какого-нибудь легкого пацана. И размотаем его базу вообще в ку... Кого вы мне даете вообще, Суперселл? Почему я должен с 5-й ратушей сражаться? Это нечестно. То же самое. Ну. Блин! Я войска начал запускать. Ну ладно. И у него что-то я не вижу воздушной обороны. Вы думаете о том же, о чем и я? Уничтожите эту башню к чертям! У него нет, ребят, воздушной обороны. В чем-то мне всегда везет. Шарики! Полетели! Лучниц запускаем с разных сторон, пусть они набегают. С варварами делаем то же самое. Так, по краям у него стоят домики строителей, но нам плевать, главное победить. Шарики все разрушили вообще. Шарики имба. Можете вступать в мой клан, я вам его покажу. Он открытый. Вам понравится. Так, пока что мы рушим базу, я поставлю видос
запись на паузу. Так, ребят, ну вот мы и почти разрушили его базу. Ждем. Так. Шарики, как вы видите, справляются. Они очень крутые. Я вообще, напишите в комментариях, если вы используете шариков, то насколько часто? А, все, 100%. Не прошло и года, как мы победили. Видео будет не очень длинное, так как я просто поиграю в Clash of Clans. Я уже догадываюсь, как я назову это видео. Так, мы видим звездный бонус. И сразу же у нас приходят войска. Это очень круто. Ладно, ребят, видео вышло короткое. Всего 6 минут. На этом я с вами попрощаюсь. Всем удачи. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки.